Всегда считала себя высокой, но вот здесь как-то я сомневаюсь в своем росте. Какой у вас рост, Виктория? 184. У меня 173, меня не возьмут в волейбол? Могут взять. В этом спорте рост имеет значение. Хотя Виктория начала заниматься волейболом еще маленькой девочкой. Полтора месяца назад приехала из Минска. Теперь она усердно тренируется в нашем волейбольном центре в составе команды «Заречье Одинцова». Отмечает особый подход к каждому игроку. Каждому индивидуальный подход. Тренер нас разделяет на какие-то группы, и каждый отрабатывает, что нужно. При этом у нас есть взаимодействие командное и работа над техникой, над тактикой. Клуб с 36-летней историей. Коллектив начинал с местных турниров. Дважды брал золото чемпионата России, 6 раз Кубок России. Выходил в финальную часть европейских соревнований. Как и тогда, сегодня новый состав команды выкладывается на поле без остатка, считает тренер. Я бы хотел бы отметить их трудолюбие и работоспособность. Мы работаем 1,5 месяца с мячами, и у нас не было ни одной провальной тренировки. У нас не было ни одного провального упражнения и того задания, с которым девочки бы не справились. Сегодня это команда №1 по подготовке волейбольного резерва. Из Зареченок вышли многие заслуженные мастера спорта международного класса, сильнейшие спортсмены. И это результат упорного труда, ежедневных тренировок по 5 часов каждый день. В этой командной игре каждый спортсмен должен буквально чувствовать друг друга. Надо создать комфортную атмосферу. Климат в команде – это очень важно, потому что все равно, чтобы с девчонками общались между собой, чтобы был всегда контакт и именно доброжелательная атмосфера. Это во многом зависит от капитана. Дарья Рысева вернулась в Заречье спустя 5 лет. Теперь полученные навыки и опыт применяет на площадке. Понимает, ответственно не только за родную команду. Очень важно не подводить болельщиков. Поддержку у болельщиков всегда слышно. Это как 7-й игрок получается. Они не просто так приходят к нам на игры, а смотреть на нас, на нашу игру, на нашу команду. Тем более она у нас обновленная. Поэтому мы постараемся сделать все возможное, что в наших силах, в руках. Чтобы руки были сильными, подачи точными, а прыжки высокими, они неустанно отрабатывают различные элементы. Для этого тренер подбирает индивидуальные методики под каждого игрока. Ведь рост в волейболе хоть и имеет значение, но еще важна и тактика, и сила, и выносливость, и скорость. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».